Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Я открыл браузер Google Chrome, набрал в поисковой строке словосочетание «психология тесты» и буквально перешел по второй и третьей ссылочке, которую мне выдал браузер. И что же я открыл? Вот первая ссылочка, пожалуйста. То есть мне выдалась страница с огромным количеством психологических тестов. Например, что язык вашего тела говорит о вас? Умеете ли вы разговаривать с подростками? Как вы чувствуете себя на самоизоляции? Актуальная тема, конечно. Стесняетесь ли вы своей внешности? Готовы ли вы завести питомца? Подходит ли вам секс без обязательств? Интересно очень пройти этот тест. Робкий ли вы человек? Легко ли вас обмануть? Кто вы для своих родителей? Какие у вас отношения со спортом? Вот я сейчас зачитываю, наверное, секунд 10 прошло, и, честно говоря, это зря потраченное время. Но одним словом, вот такие вот тесты. И тут наверняка еще разные другие тесты есть. Ну, давайте откроем вторую страницу, которую я открыл. Значит, почитаем тоже этот маразм. Тест. В чем твоя настоящая сила? Тест. Насколько ты нелюдим? Тест. Ну, видимо, интроверсия имеется в виду. Скажите, что вы видите на картинке, и узнайте свою главную черту. А сколько их этих черт вы знаете, господа? И черт чего? Характера или свойств личности? Свойств личности, открою вам большой секрет, 92. Так вот, какую из этих свойств личности изучает этот тест? Значит, что говорят о вас выбранные вами картинки? Насколько вам комфортно в одиночестве? Какая психологическая черта – основа вашего характера? Что такое черта, тоже опять же непонятно. Тест. Мы угадаем, сколько вам лет, исходя из того, что вы ответите на наши вопросы. В общем, замечательные тесты. В какой профессии ты найдешь себя? Здорово. В общем, вот этот бред, который я сейчас вам зачитывал, это по-настоящему самый настоящий бред. Никогда ни один из этих тестов, ничего, ни при каких обстоятельствах вам не покажут и не выдадут. Ну, в частности, в какой профессии ты найдешь себя? Что значит в какой профессии? В любой профессии ты можешь найти себя с учетом твоих особенностей внимания, памяти, мышления, как психических функций, особенностей темперамента, характера, личности, индивидуальности и так далее. Ну ладно, одним словом, господа, существует определенный набор психологических тестов. Применяется он прежде всего в медицинской и клинической психологии. Все остальное, возрастная психология, спортивная психология, даже промышленная психология, находится в нашей стране в большом-большом загоне, отставании. Одним словом, то, что вы найдете на просторах интернета, в 99 сотых случаев является полным абсурдом, бредом, идиотизмом и так далее. Найдите, попробуйте что-то настоящее, важное, нужное, ну, предположим, ключи MMPI, и то это у вас не получится. То есть, к сожалению, это так. Или вот тест Роршаха, который определит, что творится у вас в подсознании. Тест Роршаха не направлен на исследование подсознания, он совершенно ничего не исследует и не говорит о подсознании, проективная методика. Ну ладно, это я уже вдаюсь в крайности, в подробности. Насколько вы хорошо умеете читать людей. В общем, бред полный. Я хватаюсь за голову и понимаю, что вот этого всего не должно быть. Очень любят вот психологи вот такие вот глаза, да, то есть космические и так далее. Одним словом, господа, интернет, к моему величайшему сожалению и к моей величайшей радости, не то место, где можно просто так, не зная куда идти, что-то найти важное, нужное, полезное и так далее. Речь идет в данном случае, в данном видео, о психологическом тестировании. И вообще тестирование, тесты — это лишь малая часть того, что использует как инструментарий медицинский клинический психолог. Все остальное от лукавого.
На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.